Всем привет, всем доброе утро. Я давненько не появлялась уже на просторах YouTube. Очень бороться пшепрашем и очень сильно извиняюсь перед вами, потому что я просто не было времени на это. Да, сейчас все по-быстренькому, я вам все расскажу. Мы с вами проведем сегодня целый день вместе. Сейчас в районе, наверное, 9:30 утра, 9:45. Я уже сделала себе завтрак. Я сейчас позавтракаю, я планирую сегодня понедельник. Я хочу сделать полдня выходным, потому что вчера я много работала. Вот вчера я встречалась со своим комьюнити, была творческая встреча, я все это вам, надеюсь, что покажу. Я обработаю какой-то материал, который у меня есть. В общем, в первой половине дня я буду проводить как типичная Славик-девушка. И если выходной, то я планирую убраться дома. Потому что здесь просто какая-то вакханалия, мы собирали компьютер, у нас валяются эти коробки. Я убрала вот эту вот часть, чтобы отснять здесь good morning. А, еще я хочу сегодня дойти до, в общем, во второй половине дня, после того, как мы уберемся, я хочу дойти до Flying Tiger, это такой магазин со всякими ширпотребом, и купить там кружку с тыквой. Я такая, когда появился Pumpkin Spice Latte в Starbucks, я такая думаю, о нет, только не Pumpkin Spice Latte, о, лето заканчивается, осень уже на подходе. Если что, я живу по такому графику, что у меня лето начинается, как мы привыкли, 1 июня, а заканчивается 22 сентября. Поэтому имейте это в виду просто, что по какому графику я живу. Все дело в том, что в Польше лето начинается там 20-22 июня и заканчивается 22 до сентября, но мне нравится, чтобы оно начиналось как можно раньше и заканчивалось как можно позже, поэтому вот так вот я его взяла. Вот. Что, да, купим, короче, кружку. Знаете, когда кружки, вот когда появились эти кружки с тыквами в магазинах, я такая, ну все, пока лето, короче, я хочу кружку с тыквой. Завтрак. Это йогурт. Кокосовые хлопья, мюсли и нектаринка, кофе с корицей. Я хотела вам показать эти мюсли. Это я брала, это я брала в Бедронке. Мне они очень понравились. У них очень много орешков, разных наполнений помимо овсянки. Очень классно. Еще добавила арахисовую пасту, просто потому что посмотрела это в ТикТоке у американских блогеров, подумала, ну раз они едят, наверное, вкусно. Вот так. Так, ну что, заканчиваю со своим кофе. Я так совсем капельку прибралась. У меня здесь еще стоят коробки. Вот эту коробку, я не знаю, что мы с ней будем делать. Я бы, если честно, ее выкинула, но, возможно, мы ее, может, сложим, потому что она не войдет ни в один наш шкаф. И, возможно, она пойдет под диван. Такой вот у меня мысль. Я еще не убрала коробки из-под компьютера. Вот. Я их просто поставила вот так. Когда я найду им место, я им обязательно найду место, когда найду. И, собственно говоря, все. Здесь относительно порядок. Порядок. Я немножко пропылесосила. Не хотела пылесосить вот этим вот большим Дайсоном, потому что, мне было лень, знаете, я думала, я запущу робота. Но там что-то в углу такая пыль была, что, знаете, роботом, наверное, не справится. И сейчас мы сделаем кое-что, что я просто обожаю делать. Эта штука, вот такой вот рефрешер, просто самая лучшая вещь, которую придумали в мире, потому что это очень вкусно пахнет. Сразу же ощущение чистого, чистейшего дома. Поэтому я сейчас все быстренько сбрызну рефрешером, соберу постельное белье, закину в стирку, и на этом все. Знаете, у вас прошло 3 секунды, у меня прошло час, чтобы чуть-чуть привести в порядок эту прекрасную квартиру. Если честно, я люблю нашу квартиру, она очень светлая, очень классная, но тут так мало хранения, что каждый раз приходится свои вещи как-то комбинировать, часть выкидывать, чтобы хотя бы, знаете, чисто смотрелось. Это моя коробка с мастер-классов, которые я провожу. Я вообще организую такое, знаете, как комьюнити девушек-эмигранток в Варшаве. Мы очень часто видимся, мы видимся раз в месяц. Обязательно это те девочки, которые состоят в чате. Последний раз мы были на
в театре. Это было безумно классно, просто нереальная постановка. Нас пригласила одна из девочек из комьюнити, она там работает, она как видеорежиссер. В общем, очень было круто, мы просто под огромным впечатлением. Я сейчас вообще в шоке, что, знаете, как бы это комьюнити существует всего месяц, а у тебя уже кто-то есть как бы свои в театре. Это супер круто. А в октябре, да, в октябре, я думаю, что мы как-то так с девочками поболтали, что очень классно было бы сходить на большой теннис. Возможно, мы, не знаю, там снимем корты, поиграем в большой теннис. В общем, я организую, получается, как комьюнити мы встречаемся раз в месяц. Ну, по желанию, конечно, кто как хочет, кто может. Так, сейчас я уберу, мне что-то тяжело держать. По желанию, кто хочет, кто может, мы видимся вот так вот в комьюнити. Это очень классно. Знаете, я просто хочу это делать так, чтобы девочки между собой общались. Поэтому как бы я придумала вот эту вот встречу раз в месяц, вне такие штатные. И получается, чтобы войти в это комьюнити, нужно прийти на одну из творческих непосредственно встреч. Это где мы там либо рисуем на кружках, либо мы рисуем на одежде, либо на шоперах, в общем, что-то в этом духе. Также я думаю о том, чтобы порисовать акрилом, знаете, таким, что-то вот такое. Вот, короче, вот такие вот у меня дела, такие вот планы. Сейчас отмываю быстро ванну, и мы выходим за кружкой. Очень жарко на улице, я сейчас, наверное, включу кондей. Вот. А, и поставим стирку. Кстати, вот этот рефрешер, который я вам показала, от него еще есть, от этой же фирмы, от Rituals, еще есть дезодорант, дезодорант говно, а есть, я знаю только по-английски, подождите, кондиционер для белья, он супер вкусный, есть кондиционер, есть порошок, порошок мне не сильно зашел, он как будто не сильно очищает, но кондиционер просто вот такой вот, обожаю. Отправляемся в Fly Tiger. Я думаю, что сейчас в районе 12-12.30, примерно как я планировала. Первую половину дня я убиралась. Если честно, девочки, я бы очень сильно хотела, чтобы моя квартира всегда выглядела вот так. Чтобы она всегда была... Чтобы вот всегда было вот так вот, очень чисто. Эти пакеты сейчас уберем. Вот охота всегда так. Бывает ли так всегда? Нет. К сожалению. Не знаю, я хрюня-свинюня. Или просто вот так получается, что я генерирую срач нон-стоп. Я каждый раз убираюсь. Я сверяю, вечером будет то, откуда мы пришли. 100%. Тут клина, а мы с вами идем. Мы с вами идем сейчас во Fly Tiger. Я хочу купить кружки. Надеюсь, что они там будут. Затем я думаю, может зайти в Zara. Я не знаю, я смотрела, что... Привет. Здравствуйте. Что я говорила? В общем, я хочу пойти. Мой лук, если что, от The Day. И потом я думаю, наверное, я зайду в Zara. Посмотрим. В общем, Zara вышла классная юбка, такая черная. Вот я думаю, о ней. Но не знаю еще до конца. Непонятно. Все, проведу так, наверное, где-то час своей жизни. И затем все, затем приеду с работы. Вот такой вот у меня выдался выходной. Как красиво! Обожаю Варшаву. Очень мне нравится. Мега красиво, мега удобный город вообще для жизни. Просто супер.
хэллоуиновскую штуку. Я надеюсь. Ладно, помолимся. День добрый. А что это? Это все? Блин, они что-то все раскупили. Ладно. Я надеюсь, что я найду эту кружку. А если вам интересно посмотреть, что здесь. Короче, смотрите, вот какой такой вот кубочек. Ну, милый. Но я хочу вот с такой вот тыковкой. Вот. Кьют, но это неинтересно нам. Это нам тоже неинтересно. Это тоже. Отключусь, короче. Еще я просто могу вам сказать, что здесь лучшие планеры. Посмотрите, weekly planner, недельный. Вот такой вот планер получается здесь на неделю, на today и записочки. Заметочки. В общем, это просто лучшие бюджетные всякие планеры. И очень классно выглядят. Вот. I do it my way. Классно. Такой масенький, конечно. Я хочу побольше. Просто имейте в виду, что тут очень классные планеры. Вот. Какое-то время я так тащилась от подобных. А этот мне безумно нравится. Fake it till you make it. Вау. Блин, может его взять? Смотрите, какой классный. Ну ладно. Это... Что это? Ask for the moon. Ну ладно, пока не надо. Почти. Милота. Но я хочу... It's so cute. Это все супер мило. Ой, как красиво. Ой-ой-ой. Сейчас, подождите. Weekly planner. Так мы это видели. Study planner. Ой, как классно. Ой. Смотрите, как круто. Subject for the day. Класс. Так, боже, я нашла тот календарь, который я искала. С to-do-листом. С повременной разметкой. С голосами. Очень классно. Я забираю это. Ты едешь со мной. И цвет красивый. А еще розовенький. Я буду вот этот. Да. Так, его мы купим. И сейчас еще weekly planner посмотрим. В целом неплохо. Но вот это мой любимчик. Он поедет со мной сейчас. Все. Я с планером. И я сейчас жду. Мужчина посмотрит, есть ли эти кубочки с дынькой. С тыковкой. Блин, я так буду рада, если они будут. Просто капец, вы бы знали. Я купила! Короче, оказывается, если у тебя есть рот, ты плюс-минус умеешь разговаривать, то можно спросить, представляете? Это я недавно узнала, потому что я читаю очень много книг по этому поводу, потому что мне очень сложно заговорить с незнакомцами. Я, знаете, такая, как в своем кулкане люблю сидеть. И, в общем, короче, если у тебя есть рот, ты можешь спросить. И человек мне просто вынес целую коробку этих кружечек. И я купила две. Я мега счастлива. Я не знаю, наверное, буду мыть их в посудомойке. Но я просто супер счастлива. Я довольна. Дом вам покажу. Все, мы распакуем. Все, идем до зарки. Ты-ты-ты-ты. Такой вот вид очень красивый. Чуть-чуть надо обойти, потому что здесь такая магистралька. Ну и просто не пройти, не проехать, короче. Все. Настроение, знаете, включить музыку в наушники и слушать ее. Этим я и займусь. Так, смахнули, и мы в Заре. Я приметила вот эту майку. Так вот его мы и покажу. И так вот она выглядит сзади. Не знаю, как. Вот так вот покажу. В общем, не знаю, как-то на вешалке она смотрелась намного лучше, чем на мне. Это так.
средняя, да, такая тумач постиранная, что ли, я бы сказала. Ладно, я тут еще начинается. Это очень на меня похоже. Еще хочу так все померить. Мне кажется, я ничего не возьму. Максимально базовый майка. Не знаю. Мне кажется, она какая-то синтетическая, знаете, такая не хлопковая, поэтому я очень сомневаюсь. Ну и плюс, конечно, обтягивать мои тельца. Вот эти вот пузики обтягивать, это тоже такое себе удовольствие, мне кажется. Хотя вот с подобными штанами so good. Такой лук. Why not? Но мне кажется, пора худеть, да, девочки? Вроде лето, да, а я не в лучшей форме. Я не знаю, что сказать. Я хочу, знаете, какую-нибудь подобную вот толстовку, чтобы она была на замке. Как бы такой old school немножечко. Как будто бы, я не знаю, как будто я дедовую толстовку надела. Но мне не нравится вообще. Мне не нравится ни качество. Качество вообще какое-то ужасное. Мне как-то все смотрится. Так, знаете, ни о чем. Возвращаемся в мой мега красивый образ. Мне как-то, знаете, с каждой минуткой все больше нравится. Все. И тупом домой. Улова просто ноль. У нас такая жара на улице, просто можно умереть. Чуть повыше вас подниму. Только посмотрите на мои покупки. Это вот такие вот две кружечки. Они мега. Я просто безумно счастлива, что они у меня есть. Теперь мои кофе будут максимально осенними. Я не знаю, знаете, я не ребенок, но мне так нравятся различные кружки. И мне действительно кайфово, когда вот прям сейчас охота, знаете, задекорировать всю квартиру в осенний цвет, чтобы это было максимально тепло и уютно. Хотя, в принципе, я вообще не декорирую свою квартиру. Я положила белые подушки и посчитала, что это будет окей. Так. И еще в Nespresso были Pumpkin Spice Cake кофеечек. Я думаю, что это просто мэтч, идеальное сочетание. И мы обязательно это попробуем прямо сейчас, по-моему. И еще я во Fly Tiger купила вот такой вот ежедневник. Я вам его уже показывала. Мне безумно понравился он. Я, знаете, еще чуть-чуть посмотрела, тут есть и трекер привычек. Ну, это очень круто, на самом деле. Такой, я не знаю, сколько он стоит, подождите. Сейчас скажу. Календарь стоит 35 злотых. Это сколько? Наверное, $9. Смотрите, цели, шаги, которые вам нужно сделать к этой цели. Это мега супер. И так календарь, и вот чем он меня, да, привлек, это вот это, что разбито по часам. Это очень круто, мне безумно нравится. Я уже даже жду 24-го года, чтобы планировать свой год именно в этом календаре. Супер, мне кажется, стильный максимально. И еще, так, и еще я купила еще две капсулы. Это просто мои любимые капсулы, я их всегда покупаю. Называется Tokyo Lungo, если у вас, как у меня, такая Nespresso-машинка, то, ну, вот это прям бард за палецом. Супер вкусно. А сегодня мы попробуем Pumpkin Spice Cake. Посмотрите, какая она милая. Я уже налила туда кофеечек. Мне понравилось, слушайте, неплохо. Такой прям сразу же осенний вайб. Осенний вайб. Вот, я вообще села работать, но я не знаю, делаете ли вы так, но я почему-то зашла в ТикТок, когда села работать, я увидела пельмени, девушка стряпала пельмени, я так захотела пельмени, боже мой, как я сильно хочу пельмени, и я думаю, что я, наверное, сейчас быстренько сбегаю в мясной магазин и куплю мясо фаршированного, а потом продолжу работать, потому что я даже кофе так оставлю, допью, оно у меня прямо здесь близко, мой магазинчик, что прям пельмени охота, понимаете? Жутко. Все, поэтому, собственно говоря, let's go. Посмотрите, как красиво, когда светит свет в моей квартире. Сразу же такое настроение. Чудесное, просто чудесное. Обожаю, когда так светит свет. Вот, все. Бежим с пельменями.
красивый магазинчик. Так я подумала, мяско с половинки. Восемьсот грамм мяса, а получается сколько? 10? Ну, 12 где-то евро. Вот так вот. Но это очень хорошее мясо, прям классное. Очередной новый набор. Sparkling Green Tea с персиком. Очень люблю его. Очень люблю. Ни разу не пробовала, девочки. Очень люблю. Уже очень люблю. Любимая сметана, реально любимая, постоянно ее. Ненавистный лук и мясо. Сегодня будут пельмени. Села работать наконец-то. Знаете, когда ты планировал сесть работать в 2 часа дня, а сел где-то в 4. На 2 часа немножко меня отлетело. Вот. Вообще, я хотела поговорить, кстати, немножко про харассмент. В общем, у меня сейчас была такая история. Я шла домой я шла в Злотой Тарасы. Это у нас такой просто торговый центр. И напротив шел мужчина. И как бы, и он снял наушник, как что-то у меня спросить. Я, естественно, тоже сняла наушник, потому что, ну, раз ты хочешь что-то спросить. Он мне сказал, что я хорошо выгляжу. Я сказала все, типа, да, спасибо, и пошла дальше. И он такой говорит, ты типа замужем? Короче, это все происходит на английском. Он мне говорит, ах, жаль, ты замужем. Потом, ну, видит мое кольцо. Я говорю, ну, life is life. И пока. И он начинает спрашивать, откуда ты? Я думаю, чувак, вот ты мог просто замолчать на моменте, когда ты сказал, что я looking good. Я сказала спасибо и пошла. И я была бы довольна и счастливая. А теперь охота просто плевать от того, что ты действительно чувствуешь харассмент. Это неловко. То есть, как человек, ты ставишься в неловкое положение. Типа, ты увидел кольцо, ну и что? Ну и замолчи, и иди дальше, все. Я не понимаю. Я думаю, господи, слава богу, я делаю это кольцо, блин. Я, знаете, еще забываю его одеть иногда. Это так неприятно. И это так неприятно в плане того, что... вот в последнее время, наверное, самые приятные комплименты, они всегда от девушек. И если ты слышишь комплимент от мужчины, то это, скорее всего, с каким-то намеком, загребком таким, что как-то познакомиться, дай номерочек, дай там что-то еще. И, к сожалению, это так. То есть, и от этого ты чувствуешь себя максимально плохо. Это максимально как-то внедряется в твои личные границы. И их двигать не особо охота. И после тебе действительно не то, чтобы... ну, ты не чувствуешь себя действительно looking good. Потому что ты чувствуешь себя так, что... а что мне сделать, чтобы ко мне так не подходили? Скажите, как вам? Приятно ли вам слушать комплименты от мужчин? Или же вам намного приятнее услышать от женщины? Потому что для меня женский комплимент какой-то намного лучше, потому что ты точно знаешь, что... ну, вряд ли эта девушка скажет тебе, что ты хорошо выглядишь, а потом она тебе скажет, ой, а ты замужем, как жаль. 100% нет. Скорее всего, она сказала тебе комплимент, потому что у нее просто хорошее настроение, она решила поделиться с тобой этим хорошим настроением и поднять тебе настроение, потому что ты действительно хорошо выглядишь. И в итоге вы расходитесь, обе довольны, как бы, знаете, то есть это по сути тебе говорят, ты хорошо выглядишь, ты говоришь, блин, спасибо, ну, наверное, либо ты тоже, либо спасибо, хорошего дня, и что-то в этом духе, и все, и вы расходитесь. И это такое пятисекундное... я практиковала много различных комплиментов на улице, то есть я прям ходила и действительно говорила девушкам комплименты, женщинам комплименты, бабушкам комплименты, то есть это очень прикольно, это действительно поднимает максимальное настроение. Даже вот я сейчас была в мясном магазине, и я сказала, что ногти красивые у девушки, ногти красивые у девушки, что красивый цвет лака, и она просто озарилась там улыбкой, это просто была продавщица. Вот она озарилась улыбкой, сказала, о боже, спасибо, мне так приятно, ну, и начала рассказывать, знаете, про то, что она планирует сходить, когда на маникюр. Но это классно! Но этот диалог длился ровно до того момента, пока я не расплатилась, не сказала, все-все, пока. Вот так. Не знаю, насколько вы поняли мой поинт. Я очень странно рассказываю истории, знаете. Но ощущение харассмента
Мне кажется, когда ты женщина, присутствует довольно часто. И, к сожалению, защитить себя от этого очень сложно, потому что иногда ты не знаешь, когда наступит этот самый харассмент. То есть ты можешь просто идти, и оп, и твои личные границы кто-то нарушил. Вот, не знаю, поймали ли вы что-то такое. Я не знаю. Ну. В общем, life is life. Будем ее жить. И я пошла работать, а вечером мы с вами готовим. Готовим что? Готовим пельмешки! Слепляю вот эти вот пельмешки друг с другом, потому что это просто быстрее, когда не слепляешь. И все, я думаю, что мы можем заканчивать этот вложик, этот день. Я надеюсь, что вам было интересно. Целую, обнимаю, бужаки и па. Увидимся, я надеюсь, что совсем скоро. Дайте знать, если вам понравилось, потому что я тогда буду еще что-то подобное снимать.